Приехали ко мне вот такие интересные серьги. Уже не первый раз их, кстати, заказываю, но ни разу их не носила вот в таком готовом варианте. Всегда их переделываю. Вот такие они крупненькие, но грубоваты, на мой взгляд. Здесь очень хорошо выполнены сами черепа. Короны к ним тоже отлично сделаны. Вот эта часть с замочком тоже великолепная. Но руки прям грубые такие. Я думаю, что они отлично подойдут на кулоны. Но вот у лица хотелось бы что-то более утонченное. Благодаря тому, что они состоят из трех частей, их легко можно, во-первых, разобрать. А во-вторых, собрать из них просто какое-то невероятное, мне кажется, количество украшений. Моя подписчица просила меня найти на Алиэкспресс вот такие серьги. К сожалению, я их не нашла, но я предлагаю вот из этих собрать очень похожие. Причем для того, чтобы их сделать, не нужны будут никакие навыки сборки. Для начала нам нужно снять черепа. Это очень просто, они здесь на соединительных колечках. Для этого нам нужно просто разогнуть соединительное кольцо и снять их. Я, кстати, уже не первый раз заказываю вот эти серьги в одном и том же магазине. И только в этот раз ко мне пришли со съемной короной. До этого всегда корона была прикреплена к черепу. Для сборки однозначно хорошо, так удобнее будет собирать. Но, возможно, после того, как серьги будут готовы, корону нужно будет приклеить, чтобы она не крутилась на черепе. Для сережек нам понадобятся еще цепочки. Я уже заранее заготовила отрезки длиной 4 см. И я возьму вот такие лаконичные швензы-колечки. В принципе, можно использовать вот эти швензы, которые уже стоят в сережках, но мне хочется сейчас минимализма. Теперь с помощью соединительного колечка подвешиваем череп к цепочке и надеваем корону перед тем, как поставить швензы. У швензы отгибаем колечко и всю нашу конструкцию подвешиваем на нее. И буквально за 2 минуты серьга у нас уже готова. По тому же принципу делаем вторую. Смотрите, какие симпатяги получились. Это на 100% мой стиль. Причем, смотрите, издалека же не видно, что это такое. А поближе начинаешь рассматривать, а там черепа в коронах. Прям вау. А еще их можно носить как моносерьгу. В этом ухе любая пусета, а вот тут такая красота. Быстро, лаконично, и собрать их может буквально любая. Кстати, сейчас они весят всего 4 грамма.